Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Nescafe. Доброе утро! Здравствуйте, наши дорогие горячо любимые! Здравствуйте! Да, наши дорогие горячо любимые, чего слова мои крадешь. Но, тем не менее, доброго вам утра всем, кроме тебя. А что это такое? Да, и вас приветствует Таис Разумовская. И Дмитрий Спиваков, который незаконно меня лишает права демократического разговаривать. А чего ты незаконно мои слова крадешь? А у нас нету расписки никакой. Что говоришь ты, что говоришь я? Подожди, остановились. Как видите, мы весьма бодры сегодня утром, а все потому, что кофе на скафе. Классик. О, да. Есть у нас для вас специально две новости на выбор. Ага. Поэтому, если хотите, в социальную сеть Facebook напишите, какая вам нравится больше. Итак, начнем с первой. Цивильная новость. С новости для эстетов мы начинаем нашу программу. Лувр продал на аукционе возможность увидеть картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» без защитного стекла. Всего-то каких-то 80 тысяч евро, и победитель торгов сможет присоединиться к ежегодному осмотру картины специалистами. Я не понимаю, зачем для этого смотреть на «Мона Лизу»? За какие-то 2000 евро можно посмотреть без стекла на меня. Ну да, действительно. А какой кому это надо? Необычные аукционы строили из-за финансового кризиса, который постиг самые посещаемые музеи мира на фоне пандемии коронавируса. Кроме свидания с «Моной Лизой», с молотка ушли персональная экскурсия с директором музея, возможность погулять по пустому Лувру ночью. И тут вспоминается фильм «Ночь в музее». Да, да. Скажи мне, пожалуйста, вот если бы кто жил, кто должен ожить, чтобы ты испугалась больше всего? Призраки прошлого. Так, каждый лот, вернемся к Лувру. Я просто опять же про Мону Лизу, понимаешь, как бы, ну, сколько лет у нее мужчины не было, понимаешь, как бы. Ой, ужас, как. А ты хочешь перейти ко второй новости, я бы не назвал ее красоткой. Это правда. Это я пытаюсь ко второй новости перейти. Дело в том, что... Мы не будем ее рассказывать. Нет, я ее расскажу. Министр здравоохранения Бельгии в рамках борьбы с коронавирусом запретил интимную близость втроем и групповые игрища. Прекрасная новость. Прозавел чай. Вот, поэтому в Фейсбуке пишите, какая новость вам нравится больше, что из этого вам кажется максимально актуальным. Лувр там какой-то, понимаешь ли, или борьба с коронавирусом. Все, голосую за Лувр. Ну ладно, все, после того, как Дима рассказал эту новость. Давай разовьем, давай поговорим, давай обсудим. Нет, тогда переходим к информации о дате сегодняшней. Да. Так, переходим к именинникам сегодняшнего дня. Давай-ка. Как-то мы решили вступление к Дню в истории начать именно с именинников. Сегодня 13 января именины отмечают Давид, Иосиф, Мелания, Михаил, Петр и Яков. Кроме того, в этот день празднуют «Щедрый вечер». Позолоти ручку. Не так это работает. Или праздник Маланки. День, в который традиционно молодежь идет щедровать. Если ты причисляешь себя к молодежи, то пощедруй, покалядуй. Я говорю, что ты щедрая стишок. У нас, поэтому давай-ка сюда, положи. Нет, песенку либо стих. Песенку. Не сделаешь ничего, монетку не получишь, конфетку не получишь. Я просто себе пытаюсь, знаешь, какую-то песенку или стишок, у меня только матерные частушки в голове. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Ну, я тебе по за реке эфиром... плывет топор. Спокойно. Девочки-подростки ходили к соседям и родственникам, чтобы спечь щедривки. Если хозяева 13 января не скупились на вкусности для щедровальников, то это обещало счастье и благополучие на весь предстоящий год. С другой стороны, вот смотри, позолотишь ты мне ручку. Какое счастье и благополучие будет тебя ждать, если я не буду петь матерные частушки? Хорошо, хорошо. Поэтому, что бы я ни запел, извольте положить. Да вы пока смотрите о других интересных датах, связанных с сегодняшним днем. 13 января родился популярный российский исполнитель Алексей Глызин. Свою профессиональную творческую карьеру он начал с работы в группе «Добрые молодцы». Потом были «Самоцветы», а в 1980 году Алексей стал солистом суперпопулярного ВИА «Веселые ребята». Его хиты «Автомобили» и «Ой, не плачьте, тетя» распевала вся страна. В начале 90-х Глызин исчез с эстрады, однако спустя 10 лет внезапно опять появился на сцене. Если бы не моя карьера певца, как признался Глызин, обязательно бы стал автогонщиком. Уж очень люблю автомобили.
В России сегодня отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов – День печати. Он связан с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости». Она вышла в свет в далеком 1703 году. Сегодня же в России зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий. Ежедневно в среднем по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий. В Северной Индии сегодня отмечают праздник Лори. Во время этого праздника зажигаются костры как символ окончания суровой зимы. Устраивается праздничный пир. Всю ночь вокруг костра продолжаются танцы и песни. В праздничное утро дети ходят от двери к двери и поют песни, требуя выкуп, деньги или сладости, что очень напоминает славянскую традицию колядования. Во время Лори можно увидеть традиционный пенджабский танец под названием «Бхангра». Праздники подходят к концу. Вот волки из Каланчи и зимние сказки продолжают радовать. Они уже успели побывать в детских домах, домах престарелых, специализированных центрах в 5 населенных пунктах нашей необъятной родины. Впереди главный лайв-концерт. В нем также примут участие сестры Асаяну, ансамбль «Штефан Воды» и маэстро Николая Бадгроз. О благотворительном проекте расскажем далее в сюжете. Цель зимней сказки – донести праздник туда, где нет интернета, реже проводятся концерты и не хватает семейной теплоты. Благотворительный проект стартовал в конце декабря. Музыкальная группа дала концерты в центре размещения в Калараше, в приюте для инвалидов и пенсионеров села Пухачены, в центре реабилитации и социальной интеграции в Новых Аненах и центре детства, отрочества и семьи в Кишиневе. На общественные пожертвования закупили подарки для всех нуждающихся. Постояльцы приняли гостей радушно, по достоинству оценив и зажигательные ритмы, и костюмированное шоу. Не обошел стороной Алекс Каланча и родную художественную школу в селе Кухнеште. Выступление прошло под открытым небом. Послушать музыкантов пришли все жители села. С нетерпением ждали концерта и воспитанники художественной школы. Стать частью зимней сказки «Волки Каланча» призвали всех желающих. О праздничном турне по молдавским селам музыканты рассказывали на странице проекта в соцсетях. В канун Старого Нового года поклонников группы ждет еще один сюрприз. Череда выступлений завершится праздничным лайв-концертом. В нем, кроме волков, также выступят известные молдавские исполнители – сестры Асаяну, ансамбль «Штефан Воды» и маэстро Николая Бадгроз. Поклонницы, чаще всего у этого сериала именно поклонницы, «Секс в большом городе» дождались. Наконец-то они возвращаются. В этом году, кстати, такое обилие и «Друзья», сериал «Друзья», «Friends», вот-вот выйдет продолжение. Также и у «Секса в большом городе». На стриминговом сервисе HBO Max выйдет продолжение известного сериала. В съемках примут участие 3 из 4 главных актрис этого шоу. Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Вот тот случай, когда Тейс Рад секс возвращается в большой город. Ты знаешь, да? Я не смотрела ни одной серии. Да ладно? Вот, да. Я понимаю, что это каноничный сериал, но он прошел как-то мимо меня. Слушай, зато все мои подруги по нему просто пищат. Считается, что это абсолютно женский сериал. Ты знаешь, я там пару сезонов тоже с удовольствием посмотрел. Значит, ты должен пищать побольше от того, что по-моему выходит. Да. В общем, Ким Кэтрол в новом проекте принимать участие не будет. Паркер, Никсон и Дэвис выложили в соцсетях тизер нового проекта. Продолжение будет рассказывать о жизни героинь «Секса в большом городе» 20 лет спустя. В принципе, как «Возвращение мушкетеров». Наверное, да, примерно да. Так. Проект получил название, а вот тут Тейс лучше правильно прочитает, у нее с английским получше. «And just like that».
В сериале. Давайте переведу. И так далее, да. Как-то так. Да-да-да. В сериале будет 10 получасовых эпизодов. Съемки начнутся в Нью-Йорке весной 2021-го. Сериал «Секс в большом городе» выходил на канале HBO в период с 98 по 2004 год. В 2008 и 2010 годах в продолжении сериала были сняты 2 полнометражных фильма. Я думаю, каждый из вас знаком с фразой «дело в шляпе». Да. Да, и это не просто поговорка. Но шляпа ведь это не просто предмет гардероба, это образ, стиль, это целая жизнь. Ой, как для Михаила Боярского. Кто-нибудь когда-нибудь вообще видел его без шляпы, включая его жену? Нет, думаю, нет. Ну, вообще, речь сегодня, естественно, пойдет о женских шляпах, шляпках, шляпочках, шляпулечках. Мода, как известно, циклична, и шляпки снова в тренде. Но главная фишка сегодняшнего дня – не покупать готовую, а сделать своими руками, чтобы на голове красовалось то, чего больше ни у кого в целом мире нет. А как и из чего изготовить единственную неповторимую шляпу, подскажет интернет. Я покажу вам, как сделать вот такую вот шляпку «Шапокляк». «Шапокляк» вовсе не в честь зловредной старухи из мультика, а потому что похожа на кляксу, но при этом весьма оригинальная, даже слишком. Достаточно встать перед зеркалом, шляпу эту надеть, и она сама вам уже подскажет какие-то интересные варианты. Одним словом, шляпа-трансформер. Носи как хочешь и совершенно точно выделишься из толпы. А всего-то для этого нужно немного войлока, вода, мыло и скалка. 1,5 часа работы и готово шапокляк. А если нужно что-то более утонченное, за те же 1,5 часа можно сделать элегантную вуалетку. Понадобится соломка, синамей, органза или фатин какой-нибудь, ну и для декора бусины, розочки, перья. В общем, все, что в доме найдется. Вот такая композиция у нас получилась. Главное, не переборщить ни с перьями, ни с розочками, а то получится на голове или курица, или клумба, а это, понятное дело, совсем не камильфо. Зато весьма кстати будет летняя шляпа в пасторальном стиле. К тому же сделать ее совершенно несложно, надо только найти веселенький ситчик. Вот такая шляпа у нас получилась. Кроме ситца нужны также фетр, любые ленты, капроновые, атласные и немного тесьмы. А за пошаговые инструкции милости прошу в интернет. Мастер-классов по изготовлению таких летних шляп пруд-пруди, один другого интереснее. А вот настоящий эксклюзив придется как следует поискать. Но я это уже сделала за вас. Такого вы точно еще не видели. Легким движением умелых рук старые джинсы превращаются джинсы в супермодную шляпу в стиле гранж. Или casual, или боха, да как угодно назови, а лично я хочу такую же. И такую тоже хочу. Огромная сомбреро, для которого вообще ничего не нужно, кроме пальмовых листьев. Кстати, пальмы у нас в Сочи растут, если что. Эта работа очень трудоемкая. Придется тщательно повторять за автором видеоролика каждое движение, но результат того стоит. Не сомбреро, а мечта. Если с живыми пальмовыми листьями проблема, есть альтернативный вариант. Натуральное волокно рафия. Его делают из одноименной пальмы. Продается в магазинах по вполне сносной цене. Из рафии можно связать вот такую шляпку-канотье. А если уж хочется чего-то совсем из ряда вон, возьмите цветные лоскуты, картон, скотч и клей и сделайте себе сногсшибательную африканскую шляпу исичола. Мастер-класс из интернета вам в помощь. Вот такой вот. Ну и под конец то, без чего обойтись в современном мире, ну никак нельзя. Да-да, шапочка из фольги. Сколько роликов о том, как ее изготовить, и не сосчитать. И что-то мне подсказывает, что в данном случае процесс важнее результата, а все остальное, как говорится, без комментариев. Это очень просто, очень просто. Будет модно, дешево и сердито. Берем обычную пищевую фольгу и оборачиваем вокруг головы. Для удобства необходимо подогнуть края. Слушайте, а так тепло стало прям в голове. Старый Новый год к нам мчится, и скоро все случится. Дима вынесет елку. Я не обещал такого. Я сказал, в марте это будет мой подарок тебе на Новый год. Хватит! Нет, 8 марта. Ей уже тут, ты мне на Новый год ее подарил. Безобразие какое-то. На самом деле, ну хватит ей стоять. Ну все, уже вот финальные зимние праздники теперь подошли к концу. Осталось только впереди День всех влюбленных, но это вообще нас никак не касается, поэтому уж будь добр. Давай вот сразу после 14-го старый Новый год и избавимся от елочки. Все, все заметили, да? 14-го, это завтра. Так что, пожалуйста. Забили в споре. Хорошо. Подожди, как?
как там это делается-то? Я забыл. В общем, как-то так, и там вот так вот делают. В общем, вам прекрасного утра. Сейчас немногочко передохнем. Небольшая рекламная пауза в нашем эфире. Генеральный спонсор показа «Нескафе». Новое утро. Новый кофе «Нескафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Nescafe Classic. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Nescafe. Ожидания и реальность. Порой они так далеко друг от друга. Но иногда это бывает досадно, а иногда очень даже забавно. Ну, такими роликами в основном кишит интернет. И порой даже самые искушенные зрители остаются в шоке. Признайтесь, это и с вами случалось. Представляя в мечтах идеальный отпуск, мы бежим по пляжу, окружающие завидуют нашей идеальной форме, а номер пятизвездочного отеля выглядит точь-в-точь, как на картинке. Но в жизни всегда оказывается не совсем так. Ой, номер такой маленький. Ты чувствуешь? Пахнет же просто ужасно. И так всегда. Противоречия между мечтами и реальностью давно стали излюбленной темой блогеров. Начиналось все, конечно, с онлайн-шоппинга. Распаковки посылок китайского гиганта собирали и продолжают собирать миллионы просмотров. Ты все никак не можешь поверить. Неужели такое правда шьют? Смеются не только над одеждой, о нет, производители, смекнув, что так можно было, начали в буквальном смысле штамповать разочарование. На картинке в интернете товар выглядит просто чудесно, именно такой коврик вам и нужен в гостиную, но в реальности он подойдет лишь вашей кошке. Кстати, о животных. Вот уж кто знатные разрушители ожиданий своих хозяев. Хотели сурового питбуля? Получите. Почувствовали горечь сожаления? Этого еще не пробовали кулинарные шедевры некоторых блогеров. Знаете, все эти рецепты в интернете 5 минут и шикарный пирог у вас в духовке. Так вот, в жизни все совсем не так, как на картинке. В общем, если что-то у вас получается совсем не так, как у профессионалов в интернете, не стоит себя корить, ведь в конце концов, кто знает, с какого дубля они записывали свой простой пример. Японские дизайнеры совсем сошли с ума, хочется начать новость. Это вот так, потому что они создали сумку-футляр для снеговика. А, подожди, так это можно взять снеговика, положить в сумку и... Ага, абсолютно верно, и тащить с собой. Да. Сумку разработал мастер Юко Мацузава. Проект, по его словам, был вдохновлен чувством, которое возникает, когда выпадает первый снег. То есть чувством, которое нам с вами уже давным-давно неведомо. Я просто тоже, вот снег, слово какое-то знакомое, а что означает, не помню. Уже не помню. А вот смотри, японцы какие молодцы. Сумка эта нужна для того, чтобы сохранить этот момент выпадения снега и поделиться им с близкими людьми. То есть одних фотографий в соцсетях уже недостаточно. Футляр сделан из водонепроницаемой кожи и термозащитной подкладки, которая предотвращает таяние этого снеговика. А сумка, помимо всего прочего, держит еще и форму. То есть ваш снеговик не поплывет в момент, когда вы его будете транспортировать. Как раз, знаешь, очень забавно, снеговик в коже. Да. То есть зачем тогда набивать его снегом, если просто можно туда грязи накидать, и будет красивый кожаный снеговик. Да. Но морковку при этом можно переносить в специальном кармане внутри. Боже мой, я хочу такой футляр с маленьким кармашком для морковки носа. Почему сразу с маленьким? Ну ладно, если мечтать, то ни в чем себе не отказывай, да? А
Автономизация коснулась и сельской техники. Стартап из Калифорнии представил беспилотный трактор. Уже и туда техника дошла. Как говорят разработчики суперсовременной машины, это универсальный солдат на поле, который в скором времени полностью заменит человека. А что, работает он без зарплаты, без больничных, без перекуров и выходных. Днем и ночью трудится. Его глаза – это камеры, мозг – интеллектуальная система, способная полностью контролировать и управлять функциями техники на поле. Американская компания представила многофункциональный трактор, который может кардинально изменить работу фермеров. Он беспилотный и работает автономно, а еще экологически безвреден. Monarch трактор – это возможность одновременно сохранить окружающую среду и заниматься прибыльным агропроизводством. Фермеры не должны выбирать между одним и другим. Электротрактор может работать без остановки на протяжении 10 часов. Перед этим ему нужно провести на зарядке примерно 4-5 часов. Помимо экологического превосходства над дизельными тракторами, есть еще экономическое. Электродвигателю не требуется столь частое техническое обслуживание. 8 камер, работающих в тандеме с радарами, позволяют трактору определять местоположение и принимать решения о следующем маневре. По мере работы он будет собирать от 240 гигабайт данных за день, что позволит оптимизировать маршрут, когда он вновь выйдет на смену. Обработка данных также происходит автономно с помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Наша платформа на основе искусственного интеллекта собирает данные для того, чтобы фермер смог сделать выводы о состоянии посевных площадей, а также для того, чтобы оптимизировать работу трактора. Так, во время опрыскивания площадей на основе анализа состояния растений и погодных условий, трактор может уменьшить использование химикатов настолько, насколько это возможно, при этом поддерживая максимальную урожайность. Стартовая цена беспилотного трактора – 50 тысяч долларов. В компании убеждены, что их продукт не лишит фермеров рабочих мест. Вместо того, чтобы управлять сельскохозяйственной техникой, аграрии смогут потратить освободившееся время на улучшение качества продукции и маркетинг. Первый автономный трактор, находящийся в серийном производстве, ознаменовал начало новой эры в сельхозпромышленности. Два других крупнейших производителя сельскохозяйственной техники представили свои автономные тракторы, но не серийные экземпляры, а пока лишь концепты. Многослойность, разумное потребление, свобода самовыражения – все это, все эти компоненты привели к смешению сезонных образов. И теперь джинсовки и косухи легко можно интегрировать также из летнего гардероба в осенне-зимний. Это как? Это просто вот ты как капуста одеваешься, да. И при этом как будто ты стильный. Что значит как то будто? То есть у ты тебя не хватило денег на зимнюю одежду, а ты все равно в тренде. Нет, ты можешь просто многослойно одеться. Да и, во-первых, посмотри на наши зимы, да? Ну, всего-то там. Ну да, согласен, где там зимы. Меня просто вообще немножко, знаешь ли, смущает этот момент, когда ты и так зимой надеваешь на себя кучу одежды. Это там майка, свитер, еще один свитер, сверху еще так один. Здорово же, помимо куртка. Этого, да, куртка джинсовая, допустим. Ну, стильно же смотрится, ворот такой мощный и такая легкая весенняя курточка. И, знаешь ли, повязочка, значит, которую в больнице надевают, когда у тебя воспаление легких. Но, тем не менее, как говорят, значит, любители модных трендов, для этого необходимо достать свободное пальто, под которое поместится куртка. Как сочетать вещи из разных сезонов и выглядеть при этом стильно? А не маргинально, потому что, знаешь ли, пальто на куртку надевают определенные слои населения. Да, в общем, делимся нашими советами. Зима – это не всегда унылые и темные цвета. Свой гардероб вполне можно раскрасить, используя юбку с ярким принтом. Если в летнем гардеробе плиссированная юбка могла наскучить, то зимой она выглядит действительно свежо. Попробуйте надеть ее с джемпером, классическим с круглой горловиной или модным вариантом на молнии. Тонкие свитеры можно носить не только на выпуск, но и заправлять внутрь. Атласная юбка может выступить связующим звеном между высоким и низким жанрами. Можно дополнить ее объемным рыбацким свитером, оверсайз-пиджаком, а также грубой обувью, челси на платформе или армейскими ботинками. Летние платья тоже еще не раз можно выгулить до весны. Модели из легких тканей, вроде шелка или шифона, отлично работают в многослойных комплектах. Вариантов множество. Надеть под платье тонкую водолазку или накинуть поверх объемный свитер либо кардиган.
Если вы тяготеете к романтичным образам, то вполне можете носить шерстяное платье-свитер либо мини-юбку в компании с комбинацией. В зимних образах шелковая комбинация за счет своей фактуры будет прекрасно работать в многослойных образах. Сверху можно накинуть объемный гранжевый кардиган, свитер с высоким горлом или жакет. Топ-комбинацию можно носить как нижнее белье, например, с джемперами с высоким вырезом, который будет как бы невзначай обнажать бретельки. Или же в качестве самостоятельного элемента с кардиганами. В таких комплектах работает сочетание противоположных фактур – беспроигрышный стилистический прием, уже ставший классикой жанра. Если ваш топ без бретелей и имеет свободный крой, его можно надевать поверх водолазки либо рубашки. Такой образ будет смотреться свежо и оригинально. Сочетание брюк и платья стало нормой, а в осенне-зимний сезон еще и нашим спасением. Больше не нужно тратить время, подбирая подходящую обувь к платью, потому что с брюками задача упрощается. Подойдут ботильоны на каблуке, челси, ботинки на шнуровке или кроссовки. То есть почти все. Платье не обязательно должно быть в тон брюкам. Контрастные цвета будут смотреться очень эффектно. Хлопковая рубашка – универсальная вещь, которую можно носить десятками разных способов. Например, в качестве основы для многослойных комплектов. Рубашка, надетая под пиджак – классический вариант, в который стоит добавить еще один элемент, например, тонкую трикотажную водолазку. Чтобы получился действительно стильный образ, надеваем ее под рубашку. И, наконец, гибрид пальто и рубашки – суперпрактичная вещь на осенне-зимний сезон. Пальто-рубашку можно носить с джинсами, строгими брюками, накидывать поверх свитеров и платьев. В данном случае несовместимые на первый взгляд принты, наоборот, вместе выглядят суперудачно и радуют глаз. Добавьте к этому комплекту удобную обувь в виде ботинок на шнуровке, и получится отличный образ для городских будней. Праздники совсем скоро закончатся, и всем нам хочется поскорее прийти в надлежащую допраздничную форму. Ты про обилие оливье в организм, да? Да, на боках, вот это спасательный круг и вот это вот все. Но делать это, то есть приходить в форму, нужно прямо с утра. Можно начинать с полезных завтраков. Да, и вот смотрите, первый вариант с манкой, второй вариант с кабачками. Оба блюда отнимают минимум времени для приготовления, зато получаются вкусными и низкокалорийными. Первый вариант – завтрак с манкой готовится за 5 минут. Поэтому, если у вас времени утром немного, то этот рецепт именно для вас. Необходимые ингредиенты – яйца, манка, сыр, помидор, соль, черный молотый перец и укроп. 30 грамм сыра трем на крупной терке. Измельчаем небольшой пучок укропа или любую другую зелень. Один помидор среднего размера нарезаем кружочками. Если томат крупный, то его понадобится половина. В миску насыпаем 50 грамм манки, разбиваем 2 яйца. Все солим по вкусу и перчим. Перемешиваем венчиком или вилкой до однородности. На разогретую сковороду, немного смазанную растительным маслом, выливаем приготовленную смесь. Все аккуратно распределяем по сковороде. Сверху выкладываем кружочки помидора. Если есть колбаса, то ее тоже можно нарезать кружочками и выложить на помидоры. Посыпаем тертым сыром. Накрываем крышкой и готовим блюдо примерно 3 минуты на маленьком огне. Завтрак готов. Перекладываем его на тарелку. Посыпаем укропом и подаем на стол. Блюдо получилось вкусным и сытным. И, согласитесь, радует глаз. Для приготовления следующего завтрака по-турецки нам понадобится кабачок, яйца, петрушка, соль и черный молотый перец. Один небольшой кабачок весом 250 грамм нарезаем сначала на пластинки, а затем режем небольшими кубиками. Измельчаем пучок петрушки. Ее можно заменить другой зеленью, например, укропом или зеленым луком. В отдельную миску разбиваем 2 яйца, солим по вкусу и перчим. Перемешиваем вилкой до однородности. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный кабачок. Обжариваем его на среднем огне до легкого румянца. Сюда же добавляем измельченную петрушку и перемешиваем. На овощи выливаем взбитые яйца. Перемешиваем лопаткой, пока приготовятся яйца. Готовим завтрак на среднем огне, можно даже чуть больше среднего. Блюдо готово, подаем его на стол в горячем виде –
Завтрак по-турецки порадует вас своим приятным вкусом и легкостью приготовления. Как хорошо, что у нас есть всегда метод для того, чтобы взбодриться. Ты знаешь, потому что не всегда бывает, что вот я встаю, горизонтальное положение меняю на вертикальное. И а ничего не меняется. Вот как я в последнее время, вот пока у нас был отпуск, перешел на исключительно ночной образ жизни. Ай-яй-яй. То есть я мог лечь спать в 3, в 4, в 6 утра. Какой ужас. Да, ты знаешь, очень весело. Город засыпает. Просыпается мафия. Да, да. И сейчас, когда приходится опять просыпаться рано, переворачивается график, я понимаю, что я просыпаюсь где-то к 8 вечера. То есть вот я хожу, но где-то в режиме как зомби. Сомнамбула называется. Ладно. Тогда пускай Дима просыпается, дадим ему маленькую паузу для восстановления, и мы прерываемся на рекламу. Генеральный спонсор показа «Нескафе». Новое утро. Новый кофе «Нескафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Nescafé Classic. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. И вот вроде бы настал тот момент, когда мы с привычного уже нам оливье, ведь, как известно, после праздников человек на 80% состоит не из воды, а именно из оливье. Вот, пришло время что-то менять, наконец-то. Что-то вносить. Да. Давным-давно пора было уже себе составить новый интересный пункт, в котором меню, естественно, в котором будет много пунктов каких-нибудь вкусненьких и экстраординарных. И да? Да, именно этим в нашей программе занимается бренд-амбассадор наших партнеров сети магазинов «Максимум» Дмитрий Бойко. Всем доброе утро! С Новым годом, страна! С новым 2021 наступившим годом! Пускай он будет действительно новый, а зовут меня в этом году все так же Дмитру Бойку. Вся съемочная команда телеканала РТР Молдова поздравляет вас с наступившим Новым годом. Как всегда в это время мы вместе с сетью магазинов «Максимум» готовим новые интересные идеи и рецепты к вашему столу, завтраку, обеду, ужину и вообще просто вкусно поесть. Сегодня на повестке дня шоколадные маффины. Интересная тема. Для того, чтобы приготовить их быстро, просто и легко, я расскажу, как готовлю маффины я, а нам для этого понадобится реально очень мало ингредиентов. Самое главное, что нам понадобится, это хорошие помощники. А это, конечно же, духовой шкаф от бренда Samsung, о котором я расскажу немного попозже. Итак, давайте готовить. С чего начинается хороший маффин? Хороший маффин начинается со сливочного масла. Безусловно, кто-то скажет с молока, но я скажу вам со сливочного масла. Поэтому, друзья мои, вооружайтесь хорошим сливочным маслом. И оно достаточно уже теплой температуры, комнатной. Мы с вами добавляем сливочное масло сюда. И добавляем с вами где-то плюс-минус 1 стакан сахара. Ну, это в зависимости от того, сколько маффинов вам нужно будет сделать. Я добавлю, ну, у меня уже глаз алмаз, как говорится. Плюс ко всему еще, когда вы будете растирать масло вместе с сахаром, вам нужно будет сюда добавить немного соли. Соль при выпечке усиливает вкус и дарит выпечке реально необходимый аромат. Плюс ко всему, мы с вами готовим какао-пудру. Это тоже важный ингредиент здесь. Конечно же, куриные яйца, немного орехов, цукатов, все, что вам покажется классным добавить в маффин, тоже можно добавлять. Кто-то замачивает их, кто-то не замачивает, кто-то их обваливает в какао, кто-то не обваливает в какао. Мне кажется, что здесь есть много всевозможных нюансов. Я поделюсь своим личным опытом. Если дело касается маффинов, то я буду все-таки посыпать их сверху, чтобы они не просели, ну, типа, ко дну. Масло должно перемешаться с сахаром очень хорошо. Мы будем постепенно сейчас добавлять сюда по одному яйцу. Всего нам понадобится где-то, наверное, около 3 штук. И, конечно же, обязательно нам с вами понадобится немного растительного масла. Это тоже важный ингредиент, который отвечает за влажность, за рыхлость сливочного масла, ну и так далее. Яйца добавили.
Теперь мы с вами аккуратно добавляем какао-порошок. Убавляем скорость. Можно даже, наверное, приоткрыть, чтобы у нас ничего не рассыпалось. Есть. Аккуратно перемешиваем. Дело в том, что какао очень легкий порошок, оно может очень быстро осесть на ваших стенках. Вам же этого не надо. Перемешиваем. Добавляем пшеничную муку. Отличное тесто у нас получилось. Все, что нам осталось сделать, это теперь добавить немного наших сухофруктов, орехов, изюма. Все, что у вас есть, кидайте сюда. Плюс ко всему, конечно, еще не забывайте о том, что шоколад очень хорошо дружит с апельсином, поэтому апельсиновая цедра тоже будет кстати. Я не буду добавлять много, потому что для такого количества многовато, я смотрю. Поэтому добавим чуть-чуть. Есть. Отлично. И немного, совсем чуть-чуть растительного масла. Тоже важно очень. Чуть-чуть, немного. Вот так будет достаточно. Нам осталось все это хорошо перемешать. Аккуратно вначале. Чтобы все аккуратно вмешалось. И мы с вами готовим духовой шкаф. 190 градусов. Духовой шкаф от бренда Samsung. Чем хорош? Очень легок в системе управления. Это во-первых. А во-вторых, он называется Dual Cook. Dual Cook. Что не зря абсолютно. В нем можно готовить в двух ярусах. Ну и, конечно же, еще и плюс ко всему, он каждый ярус отдельно имеет автономную систему управления. Это означает, что для каждого отдельного яруса можно выставить свою температуру, свой режим, свое время, свой таймер, ну и вообще чудеса на виражах. И когда у вас происходит приготовление, например, мяса и пирога, рыбы и мяса, чтобы ароматы не смешивались, запахи не перемешивались, здесь есть специальные встроенные конвекционные отверстия, которые не перемешивают запахи. Реально очень важные, очень нужные ингредиенты. Когда мы будем много с вами готовить, мы будем много выпекать, много запекать, это реально очень важный момент, чтобы все у вас было быстро и многофункционально. Samsung позаботился об этом и сделал классный шкаф с системой Dual Cook. Обратите на него пристальное внимание. Тесто получилось изумительное. Я не знаю, показывал ли я это или нет. Замешаем все окончательно скребочком. Итак, ложку для мороженого нужно смочить. Ой, такой классный вкус соли вместе с какао, очень интересно получилось. Вот таким вот образом вооружайтесь. И в специальной формочке очень легко наши маффины формируются. Очень удобно. Кстати, если у вас нет силиконовых формочек правильных для маффинов, таких, знаете, то можно использовать одноразовые из пергамента, они тоже прекрасно подходят. Я вспоминаю всегда, моя бабушка очень много пекла, у меня оттуда любовь к выпечке, и я постоянно вспоминаю, когда она поутру занималась выпечкой, у нас был такой знаменитый чайный пирог, он, оказывается, назывался «Бедный студент», я об этом только недавно узнал, пирог из крепкого черного чая. Может быть, я как-нибудь, кстати, его приготовлю в этом году для вас. Расскажу, как его готовила моя бабушка. Это реально было очень вкусно. Я вспоминаю, поутру встаешь, а у тебя на кухне аромат выпечки. Это всегда очень по-праздничному. Есть прекрасные 6 шоколадных маффинов с изюмом, с орехами готовы. Мы готовы отправлять их в духовой шкаф. Буквально на 20 минут будет достаточно при 190, потом чуть-чуть понизим температуру, ну и встретимся буквально через несколько минут для того, чтобы уже посмотреть, как они у нас классно получились. Итак, погнали! В нашей студии-магазине уже вовсю раздается аромат шоколада, наши маффины готовы. Посмотрите на эти чудеса. Это именно те маффины, которые я люблю. Они шоколадные, они влажные, рыхлые,
настоящие маффины для идеального утра января. Ребята, меня зовут Дмитро Бойко. Я напоминаю вам о том, чтобы ни в коем случае не забывали следить за нами в наших официальных социальных сетях на платформе Фейсбука, Инстаграма, Ютуба и даже ТикТока maximum.md. Ну а я поздравляю вас всех с наступившим Новым годом. Увидимся в следующих выпусках. Зовут меня по-прежнему Дмитро Бойко. Счастливо. Пока. Ученые из Национальной физической лаборатории Великобритании заявили, что нас ждет самый короткий год за последние 50 лет. И связано это с тем, что Земля начала вращаться быстрее. Да, и что интересно, следующие года тоже будут все короче и короче. Астрономы отметили ускорение, начиная с июля прошлого года. Из-за этого сутки теперь длятся на 0,5 миллисекунды меньше, чем обычно. И сейчас физики со всего мира обсуждают, стоит ли впервые в истории вводить так называемую отрицательную дополнительную секунду, так как с ускорением планеты сутки будут становиться все короче и короче. А я думала, мне кажется, что время течет быстрее с возрастом, а нет, оно действительно, сутки сокращаются, ужас, лишают нас времени. На самом деле, ни один человек вот это ускорение в 0,5 миллисекунды никогда не заметит. А по ощущениям, как будто бы я вот прям все свои дела не успеваю делать из-за этой миллисекунды. Ну, а для того, чтобы сравнять солнечное и земное время, раз в несколько лет проводилась корректировка атомных часов. Тогда вручную добавляли 1 секунду. Таким образом, начиная с 1970-х годов, к земному времени добавили 27 секунд. Ну, а что нам предстоит добавить сегодня? Будет ли это щепоточка времени? Чего предложить? Да, времени, либо позитива все-таки к воспринимаемым событиям. Об этом, как всегда, в астрологическом прогнозе. Овен. Подходящий день для того, чтобы размышлять о будущем, строить и обсуждать планы. Вы способны предугадать, как будут развиваться события, учесть все детали. Окружающие прислушиваются к вашему мнению. Удается договориться даже с теми, кто прежде неохотно шел на контакт. Телец. Подходящий день для решения любых вопросов, касающихся учебы, работы и бизнеса. Можно добиться успехов в какой-то совершенно новой сфере. Вам быстро удается разобраться, что к чему, сориентироваться в нестандартной ситуации. Возможны профессиональные предложения. Близнецы. Благоприятный день с точки зрения финансов. Возможны небольшие денежные поступления. Будет шанс сделать удачные покупки. Доверяйте своей деловой интуиции. Она подсказывает, как лучше действовать, во что стоит вкладывать средства. Рак. Не нужно спешить, пытаясь сделать несколько дел одновременно. Действуйте последовательно, не отступайте от ранее составленных планов, и вы добьетесь результатов, которыми сможете гордиться. Подходящий день для того, чтобы взяться за какие-то новые дела. Лев. Удачный день, который лучше всего подходит для того, чтобы воплотить в жизнь давние планы. Если действовать осторожно и без лишней спешки, можно избежать ошибок и опрометчивых поступков. Важна разборчивость в контактах. Не стоит доверять тем, кто слишком многое обещает. Дева. Удачный день с деловой точки зрения. Легко добиться успеха в работе. Интуиция подсказывает, за какие дела стоит взяться в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Вряд ли удастся избежать суеты и неразберихи, но они не помешают вам достичь поставленных целей. Весы. Беспокойный и поэтому особенно интересный день. Скучать и сидеть сложа руки будет некогда. Вас ждет масса увлекательных дел, порой совершенно новых. Учиться и перенимать полезный опыт приходится буквально на ходу, и вам это нравится. Скорпион. Благоприятный день для работы. Добиться профессиональных успехов часто оказывается проще, чем вы ожидали. Вы сможете показать окружающим, что на многое способны. Продемонстрируйте свои знания и опыт. Всем станет ясно, вы готовы подняться по служебной лестнице, занять новую должность. Стрелец. Можно успешно завершить то, что было не без труда начато в прошлом году. Решить какие-то серьезные задачи. Часто вы проявляете инициативу там, где другие топчутся на месте. И это позволяет сдвинуть с мертвой точки сложные дела.
Козерог. Благоприятный день для решения профессиональных вопросов. Вас отличает редкая целеустремленность. Едва ли кто-то сможет помешать вам достичь желаемого. Даже если вы занимаетесь исключительно рутинными делами, к ним удается подойти с творческой стороны. И привычная работа становится интереснее. Водолей. Благоприятный день для работы. Появляется много дел, но они не кажутся ни слишком сложными, ни настолько простыми, чтобы вы заскучали. Часто вы добиваетесь успеха благодаря везению, удачному стечению обстоятельств. Заметно влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Рыбы. Насыщенный день. Дел может быть гораздо больше, чем вы ожидали, и не всегда справиться с ними будет легко. Но вы настойчивы и не отказываетесь от задуманного, даже если не все получается с первого раза. Будет шанс реализовать то, что было давно запланировано. Свою карьеру в кино она начала как помощница режиссера по кастингу. А известность ей принесла роль Алекс Келли в телесериале «Одинокие сердца». Оливия Джейн Коберн, более известная как Оливия Уайльд. Американская актриса, продюсер, режиссер. Сегодня ее счастливый случай. Красивая и умная. Сочетание, которое редко гарантирует счастливую и легкую жизнь. Напротив, оно заставляет женщину стать очень сильной. Одна из них – наша сегодняшняя героиня. Обворожительная Оливия Уайльд. Режиссер, социальный активист и актриса, наиболее известная нам по роли 13 в сериале «Доктор Хаус». Мелкий эксперимент с Форманом завершен? Это был не эксперимент, а отношения. Разницу ищите в словаре. Рада, что вам лучше, Хаус. Еще в детстве я противостояла планам семьи на мое будущее. Например, объявила, что хочу стать актрисой, а не журналистом, как вся родня. Это заявление стало началом ее борьбы за право быть самой собой. Но вопреки возможностям родителей, никто из них не спешил продвигать юное дарование. Мама Оливии продюсировала одну из самых известных передач американского телевидения «60 минут», но считала, что актерская клоунада ниже их семейного наследия. Мне ничего другого не оставалось. Отлично учиться и быть послушной. Но внутри меня зрел самый настоящий бунт. К концу старшей школы конфликт за свободу и право на индивидуальность достиг такого масштаба, что Оливия убежала из дома и тут же вышла замуж за своего школьного друга. Ей было 18 лет. Ее поспешный брак, как и многие другие поступки в последующие годы, были манифестом. «Я буду жить так, как сама того захочу». Я человек действия и решила всего добиться сама. А где, как не в Голливуде, становятся актрисами? Одна она переезжает в Лос-Анджелес и принимается активно искать работу. Но таких, как она, полгорода. Оливии приходится голодать. И что самое ужасное, даже думать о возвращении в отчий дом. От журналистов очень тяжело скрыть что-либо. Они хорошие сыщики. Родные быстро нашли меня. Надеясь, что у нее отпадет желание работать в индустрии шоу-бизнеса, родители помогли ей устроиться ассистентом в агентство по подбору актеров. Но не заметить такую, как Оливия, было невозможно. И вскоре ей, рядовому ассистенту, достались роли в молодежных сериалах «Кожа» и «Соседка». А следом роль сексуально распущенной девушки в культовом телешоу «Одинокие сердца». На все той же ноте протеста Оливия, не моргнув глазом, согласилась. Это был настоящий прорыв в моей карьере. Это был не просто прорыв. Судьба уже взяла девушку под свое крыло, хотя сама Оливия того не знала и переживала чуть ли не самые тяжелые времена. Все тоже безденежье и отчаяние. Неужели родители были правы, и Голливуд, как и сама профессия актрисы, это недостойная история, завязанная на постели? Оливия не была бы той, кому перепал счастливый случай, если бы дала судьбе так просто победить себя. Да, она жила впроголодь, перессорилась со всеми родными и соглашалась на постыдные, по мнению ее семьи, роли. Но на самом деле, эта смелая девочка просто отчаянно искала свой собственный путь. Она продолжала верить в то, что добьется лучших ролей, а счастливый случай уже поджидал ее при самых невероятных обстоятельствах. Отек слюнных желез на йод. Лимфоузлы опухли после КТ. Мы решили, это новый симптом, но нет. Это была реакция на контраст. На экранах с успехом стартовал сериал «Доктор Хаус». Но его продюсеры никак не могли определиться с выбором актрисы для нового сезона.
Она должна была быть красивой, умной и с характером. Никого не напоминает? Оливия идеально подходила на эту роль, но она была малоизвестной, и ее встреча с авторами «Доктора Хауса» произошла только благодаря счастливому случаю. Неожиданное продолжение истории с моим участием в «Одиноких сердцах». Продюсеры ломали голову и совершенно случайно, просматривая один из вышедших эпизодов «Доктора Хауса», обнаружили, что «Доктор Хаус» обожает вместо работы смотреть сериал «Одинокие сердца», тот самый, в котором снималась Оливия. Она присоединилась к команде «Доктора Хауса», и в тот же миг колесо фортуны завертелось для нее с невероятной скоростью. Далее были успешные ленты «Три дня на побег», «Сама жизнь», «Ковбои против пришельцев» Стивена Спилберга, блистательная игра в сериалах «Трон» и «Винил», награды и признания. Но до того она прошла труднейший путь одиночки мечтателя. Все та же девочка, внутренний мир которой отказались признавать ближайшие люди. Выступая за права женщин, я не перестаю говорить о том, насколько нам, наиболее незащищенным, нужна поддержка. Ее жизнь сложилась бы иначе, если бы она последовала путем, который выбрали для нее родители. Но была ли бы она счастлива, предав себя и мечты? Выпал ли бы ей счастливый случай? Но какое же прекрасное утро провели мы с вами вместе. А все потому, что утро с вами начинал Дмитрий Спиваков. Вот, наконец-то ты это признала, что утро прекрасное, потому что вы его начинали с кем? Естественно. Ваш покорный слуга здесь. Меня кто-нибудь позовет сегодня? Ну ладно, Таис Разумовская тоже присутствовала, вносила свой посильный вклад в красоту этого утра. Спасибо большое. Ну, естественно, кофе на кафе классик делает бодрее нас и веселее. Это точно, без него никуда. Встретимся завтра здесь же на телеканале РТР в 7 утра. Хорошего дня в продолжении. Не забывайте сразу после нас посмотреть программу о здоровье, о самом главном. И оставайтесь здоровыми. До завтра, так точно. Пока-пока. Пока-пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа – Nescafé.